Привет, друзья! Мы разбираем посылочки. Очередная группа у нас. И первая из них — это город Ханты-Мансийск. Частый гость, кстати, наш. Здесь должна быть десятка, если не ошибаюсь. Там что-то батарейка и кнопка блокировки. Интересный момент, посмотрим, там много нюансов есть. Да, и у нас десяточка. Ага, все, здесь записочка есть. Так, заменить батарею и кнопку блокировки. Ну и проверить, почистить. Так, ну да, все понятно, все окей. Вот да, вот эта вот записочка, это хорошо. Тут просто такой забавный момент, вот я не знаю, вот... прогресс волновой теории, это называется. Вот сейчас у нас два аппарата с Ханты-Мансийска. Один тоже с десяткой, вот честно, вот не соврать. И вот я тут уже немножко запутался, на самом деле. Поэтому есть такой момент. Так, интересный у нас вообще момент. Чехол, интересный довольно. Ну вот у этого чехла кнопки дубовые, вообще просто дубовые. Вот это не очень круто, на самом деле. Возможно, у владельца как раз-таки возникла проблема с кнопкой. Может быть, впоследствии вот этого. Нет, она, кстати, работает вообще нормально. Он жаловался на кнопку, что она не работает. Но она не работает вот в этом дубовом, вообще фиговом чехле. Это вообще левак какой-то, честно. Такой, знаете, сделан типа под оригинал кожа, но кнопки здесь вообще просто дуб дубовый. Вообще не нажимаются. Особенно кнопка блокировки. И на самом деле она работает без чехла. Вот просто даже вообще 100 из 100. А владелец ее хотел менять. Вот она срабатывает вообще четко и ясно вообще. Так же, как и боковые кнопки. 100 из 100. Так, а теперь сделаем в этот чехол. Страшенный. И она вообще вот. Приходится там жутко давить, просто невероятно. И она не срабатывает. Блин, это вообще какой-то... Это не чехол, это я не знаю что. Давайте вот для примера надену вот даже вот свой, да? Нет, я, конечно, не против поменять кнопку, но в тех случаях, когда это надо на самом деле. Все четко вообще. Так, я не вижу проблемы. Я вижу проблему только в этом чехле. Вот проблема. Это вообще левак леваковский, это не кожа, это непонятно что. И кнопка, конечно, сделана варварски. Это вот тот случай, когда из-за некачественного аксессуара устройством пользоваться неудобно, нет удовольствия. Когда тебе приходится там кнопку давить изо всех сил, это не круто вообще. Блин, нет проблемы. Ну, кстати, да, вообще разница-то есть. Да, вот здесь на всем телефоне нету такого характерного щелчка. Вот я вот сейчас, вот на своем, вот он характерный щелчок. Вот пятикратное нажатие сработало. И кнопки громкости у меня тоже щелкают. Отлично вообще. А здесь на этом телефоне... Ну вот у громкости вообще вот еще что-то есть такого щелчкообразного, чуть-чуть совсем, а здесь уже вообще нету. Так, блин, я думаю, что это из-за вот этого чехла, потому что, видимо, приходилось там давить очень сильно вообще. Да и они там вообще в таком зажатом положении, получается, постоянно находились. И вот это все так сказалось. На самом деле это вот, я уверен, на 98%, что это из-за этого. Да, характерного щелчка нету. На громкостях еще более-менее. Так, интересно. Ну давайте, раз уж. Раз уж нам это нужно делать, давайте сделаем это. Так, ну-ка еще раз, вот мы в чехле, я даже не замечал вообще, вот нету никакой проблемы в этом плане. Ну да, даже в чехле в моем она щелкает. Вот мой телефон в моем чехле щелкает. А здесь нету такого щелчка. Она как бы срабатывает, но приятного щелчка нету от этого. Ладно, давайте заменим, раз уж и согласовано, тем более. И все прочее, сделаем по красоте. Да, ну и основной момент — это мы здесь меняем батарейку. Потому что на десятком уже при любом раскладе батарейкам пора. То есть они сейчас, батареи на современных аппаратах, там 2 года служат, не более того, 1,5-2 года. И здесь лучше даже немножко заблаговременно это сделать, нежели батарейка сдуется и какие-то проблемы по экрану будут. Здесь у нас аппарат заблокирован, мы сейчас снимем батарейку и посмотрим ее объем на программаторе. Так, итак, телефончик аккуратненько открыл. Да, батарея немножко уже вот начала деформироваться, на самом деле это видно вот такой вот волной. То есть она не ровная, а прямо уже начала такая волна быть. Но на экран еще, можно сказать, не отпечаталась. Обычно, когда она сдувает, она на обратную сдувается. На обратную сторону такой отпечаток оставляет. Но здесь нет, все окей, то есть тут своевременно довольно это все. Так, экранчик пока в сторону, здесь мы еще потом почистим динамик слуховой, чтобы было все хорошо. И, кстати, в конце вот это стекло уберем, поклеим наше нормальное. Я думаю, там владелец заценит разницу, потому что тут оно и по краю отходит. Ну и вообще такое оно, с неполным покрытием. Сделаем крутое. Так, по кнопке. Ну да, по кнопке. По кнопке, да, не круто. Поменяем, лучше поменяем. То есть она работает, но нету вот приятного щелчка. Вот думаю, что из-за чехла, честно. Может, ошибаюсь, но думаю, что так. Так, батарейку давай.
Так, итак, интересно, да, батарейка 18-го года. Не самая, кстати, старая в десятке. Но владелец совершенно правильно решил. Возможно, там уже и по ощущениям она не так хорошо держит. И просто тут лучше и раньше, чем позже, на самом деле. Давайте посмотрим ее объем на программаторе. Так, ну и у нас данные, да. Original iPhone X. Объем 87%. Ну да, 18 год. Циклов заряда 577. Ну да, казалось бы, здесь это уже граничащее. Вообще, в принципе, по регламенту предусмотрено, когда объем падает ниже 80, это уже замена. Но обычно при таком уже износе уже как бы там не на день хватает и все вот это дело. Лучше тут пораньше. Все нормально. Сейчас, кстати, на нашей, на новой считаем. Принадлежность батареи к оригиналу. Apple Logo. Так, ну и наша батареечка. Оригинал только предлагаем. Здесь уже нанесена проклейка заводская, то есть нам ее только установить. Также принадлежность к оригиналу. Оригинал. Так, ну и давайте посмотрим ее на программаторе. Итак, информация. Original iPhone X. Заряда, кстати, в ноль, разряжена. Объем 101%. Ну да, на новой батарейке там, как бы, показатели объема, они повыше идут. Циклы заряда ноль. Производство. 11 месяц, 19 год. Все окей. Так, ее позже установим. А пока давайте с кнопкой разберемся. Убираем остатки проклейки. Ну и да, в данном случае есть интересный момент. Для замены кнопки нам нужно изъять плату. В плату идут множественные соединения. Так, да, прервался здесь. То есть в саму плату идут множественные соединения. И вот на десяточке есть один небольшой такой нюанс. Вот в этом месте идет подключение шлейфа интерфейса Bluetooth и Wi-Fi, антенны интерфейса. И вот если ее отключить, там такой клипенький коннектор, она бывает потом не очень хорошо туда защелкивается и впоследствии может отходить самопроизвольно. То есть в данном случае придерживаемся такого принципа, что если есть возможность что-то не отключать устройство, это не будем делать. В данном случае так и сделаем. То есть я побольше просто разберу саму антенну и зиму вместе с платой, но лучше не отключать в таких моментах, где есть какой-то элемент нестабильности. Это на самом деле, кто немного работал с этими корпусами, тот может не знать такой нюанс, но впоследствии сталкиваться. Есть такой момент, это доподлинно точно. Делаем как надо, по-правильному. Тут, кстати, недавно был такой момент интересный. То есть там, значит, звонит человек и говорит это, там Андрей, там, здравствуйте, да, там, сколько будет корпус поменять на десятку. Ну, я обозначаю. И он говорит, что у него там в городе по месту, то есть ему все говорят, что, типа, после замены корпуса 50 на 50 не будет работать Apple Pay, пользовательская функция. Это как раз вот эта вот антенна железка за это отвечает. Ну, видимо, там мастера как-то сталкивались, делали такое, и не могли, видимо, по-нормальному сделать, собрать, и, значит, уже изначально обозначают. Ну, конечно же, там и сам человек признал, что это полная глупость, и такого не должно быть, естественным образом. То есть, когда устройство принимается в работу, все, что работает, естественно, все так и останется. Римобайл, здравствуйте. То есть, там даже сам, как бы, пользователь-владелец понял, что какую-то глупость ему говорят, и это говорят мастера. То есть, ну, такой момент. Да, и в данном случае вот из-за вот этого антенного соединения мы немножко побольше разберем, чтобы его не отключая, изъять вместе с платой. Ну и да, вот таким вот образом. То есть в данном случае придерживаемся такого правила, железного и проверенного, то есть если есть возможность что-то не отключать, мы это не трогаем. А вот этот коннектор, он хлипенький на самом деле. Здесь такая довольно жесткая антенна идет. И вот ее бывает отключаешь, назад втыкаешь, а она прямо самопроизвольно отщелкивается. И часто видели, там тоже мастера, видимо, сталкиваются, сюда такие уплотнители ставят. Ну, уже, что называется, не по заводу. Так, в данном случае, да, также камеры не затрагиваем. То есть оно вот таким вот комплексом снимается. Здесь лучше немножко больше разобрать в данном случае, нежели потом у владельца будут какие-то нюансы в пользовании. Это знаем здесь, грубо говоря, на опыте такую вещь, такую фишечку, такой нюанс. Так, вот эту сторону. И напоминаю, мы это все делаем, чтобы добраться до кнопки включения. Да, и это вот непосредственно такой элемент. Визуально тут вроде бы с ним все в порядке. Но я думаю, что она как раз таки из-за того, что вот этот чехол, который показывал, постоянно кнопку как бы держал в таком зажатии, в давлении, она вот со временем, ну, просто потеряла вот эту амортизацию. То есть тут внутри просто вот этого чехла, штуки вот эти, они толстые, прямо такие. И кнопка была как бы в чуть-чуть зажатом положении. То есть там как бы не до того, что она контачит, и не до полной амортизации назад. Из-за вот этой вот штуки вот это все и произошло. Я уверен в этом, вот, на, как сказал, на 98%. Пусть меня владелец поправит, но, возможно, он осознает, что к чему. Аксессуар правильный, хороший, это очень важная вещь. Так, интересно, я сейчас попробую ее немножко поправить. Для интереса, мы ее менять будем все равно. Так, ну и да, я попробовал посмотреть механику вот этого дела всего. Ну вот никак тут она уже не защелкает на самом деле. Вот именно все, что вот это рассказал, думаю, что из этого и произошло, из этого чехла. Убираем, меняем. Кстати, вот элемент идет. Он идет только Original, это лого. И вот так вот. Так же, как и родной.
Вот маркировочка на родном. И на нашем. Так, ну и да, установив кнопочку, мы сразу же получаем необходимый щелчок в первозданном оригинальном виде. Тут по-хорошему, вот эти кнопки тоже, они уже с таким дефектом есть. По-хорошему их бы тоже поменять. Но владелец этого ничего не обозначал. Может быть, не столь критичны они, на самом деле. Нету просто характерного щелчка, а по стоимости они там не дешевые. Так, все основные моменты поставили на место. Сейчас устанавливаем батареечку. Обновляем влагостойкую проклейку. Так, друзья, здесь все сделали. Давайте займемся верхом. Тут нужно будет почистить динамик. Это может быть он и чистый, но надо разобрать, посмотреть, чтобы впоследствии владельцу не приходилось туда уже обращаться. Посмотрим на просвет. Есть ли свет в конце туннеля? Сейчас узнаем. Ну да, здесь все чисто, все вообще отлично. Вот вообще в идеале. Если честно, идеально. Сюда не надо лезть. Так, все собираем. Так, все готово. Сейчас подзарядим. И сделаем подарочки. По кнопочке, да, вот характерно. Характерный, приятный, четкий вообще щелчок, всем знакомый и любимый. Пока аппарат заряжается, сделаем наше стеклышко хорошее с обезьянкой. Там, что называется, почувствуйте разницу. Так, старая долой. Абсолютно полностью легло само. Так, еще там владелец написал такую вещь, что имеет желание пленочку назад возыметь. У меня как раз вроде бы где-то была. Их не так много осталось, но есть. Давайте попробуем поклеить. Да, вот есть такая у меня космическая пленочка. Сейчас попробуем ее примастырить. Что-то не знаю, ребята, то ли она у меня долго лежала, там как-то уже слежалась эта пленка, либо что. Немножко не круто. Как бы приклеилась хорошо, с одной стороны классно, но с какими-то пузырями. Давайте еще одну попробуем. Легла так классно вообще. Но есть пузыри. Вот это так-то такой материал прикольный, гидрогель называется. Так, еще одну попробуем. Так, ну вот как-то так. Небольшие есть пузырёшки, но они рассосутся с течением времени. Да, тем временем у нас аппарат стартанул, кнопочка работает, 100 из 100. Все в порядке. Так, собственно, на этом все. Пакуем, отправляем. А, забыл еще. Да, назад вот в это вот, вот в это чудо не буду вставлять. А, сделаем еще в подарок чехольчик владельцу. Нормальный черный. Ребята, черного не нашлось, я сделаю вот такой вот желтый с закрытым низом. Там даже если человек не будет пользоваться, он просто попробует, как в нормальном чехле должна с каким удовольствием кнопка щелкать. И никаких вот таких, чтобы моментов не было. Я думаю, после этого чехла он не захочет вот этот надевать назад и будет ходить желтым. Потом напишет. Так, друзья, ну а мы продолжаем. И у нас интересный тоже случай сейчас будет. 11-й телефон. Будем ставить на него копию экрана. На самом деле, что-то на памяти не помню, ставили мы копии или нет. Они недорогие. Оригинал там, ну, в два раза дороже получается. Но все как-то аппарат новый довольно, и все выбирают оригиналы. Копию, по-моему, первый раз будем ставить. Ну, там, в принципе, хороший проверенный производитель. Должно быть все окей. Сейчас, понятно, времена тяжелые. Одиннадцатый телефон в коробке из-под Honor 9. Это круто! Так, и да, у нас здесь, да, довольно-таки нехорошая штука. У нас повреждение в самом слабом месте комплекса датчиков, которые относятся к Face ID. Он даже треснут на самом деле. То есть здесь не будет работать Face ID с наибольшей вероятностью. Да, и вот такое повреждение экрана. Давайте, кстати, посмотрим. Вот так не видно, но под микроскопом сейчас покажу. Там прямо трещины на проекторе точек. Это точно привет Face ID. Ну и да, и вот с такими исходными данными, конечно, в данном случае решение о установке копии абсолютно правильное, верно. То есть тут дорого, нет смысла вкладываться. Вот такая красота. Ну-ка, давайте под микроскопом посмотрим. Будет интересно, я думаю. Ну и да, ребята, вот в таком вот он виде. То есть тут это все привет вообще.
Это часть датчиков, которые относятся к Face ID, и вот эта штука, это такой как бы проектор точек, dot projector, который вот эти делает, проецирует миллионное количество штук, точек на лицо, тем самым создавая 3D-модель уникальную каждого фейса. И он вот самый чувствительный в этой области датчиков. Он к воде чувствителен, там, к удару, ко всем прочим вещам, но пока что технология такая. В принципе, если там сильно не бить его пол, ничего, с ним ничего не делается. Годами служит, и все окей. Но вот такие повреждения он, конечно, не выдерживает. Все, ладно, занимаемся. Так, применим подогрев для мягкого открытия устройства. На XR, на 11 телефоне, там идет очень широкая область проклейки, поэтому его лучше размягчить для мягкого открытия. Проклейка, она так и так обновляется, но чтобы мягенько открыть, нужно это очень аккуратно делать. И экранчик вот этот у нас уже не раз промелькивал в видео, я показывал и обозначал его как недорогую копию. Ну вот характерно можно сравнить с оригинальным элементом на погашенном экране, да? То есть у него сама область матрицы непосредственно экрана, где идет изображение, она такая серая. То есть вот так вот видно. Вот это черное, а это серое. Ну и характеристики такие, как уровень яркости, цветопередача, они, конечно, разнятся. В данном случае это разумное вложение, как бы дорого не платить, чтобы. Хотя у нас за оригинал цена недорогая. Да, нежно открыли. Внутри все окей. Ну, за исключением вот обозначенного момента. Да, вот что такое произошло, интересно. Прямо как точечный удар такой сюда. И привет. Так, давайте подключим, проверим. Перед установкой. Ну, вот здесь как так не оценить по изображению сам экранчик. То есть тут владельцу будет очевидно, конечно. То есть там разницу почувствует. Это цветовая гамма, она немножко изменима. То есть, ну, цвета немножко отличаются. Уровень яркости тоже может быть различим. В остальном копия окей. Белый фон, равномерное изображение, без пятен, без засветов. Сенсор полностью работает. Все окей. Собираем. А, ну и да, то есть при замене в данном случае, ну даже если бы мы ставили оригинал, первый раз вылазит сообщение, важное сообщение об экране. То есть не удается проверить подлинность дисплея. Это из-за несоответствия серийных номеров, даже если бы мы ставили оригинал, даже если с нового телефона вот просто разобрали и установили, это сообщение получаем в любом случае. Так, врубаем и собираем. Ну и да, вот как ранее показывали, неоднократно обозначали, на копии нет маркировки принадлежности к оригиналу. В принципе нет. На родном элементе она вот так вот выглядит. Копия поддерживает также автоматическую корректировку цветовой гаммы, поэтому мы с родного экрана перенесем калибровочки трутом. Так, немножечко прервемся. Нужно сделать топовый девайс 11 Pro Max, разбит экран. Так, в данном случае у нас будет оригинал непосредственно с разбора телефона. Давайте снимем сначала новый, а потом этим займемся. Так, это наше донорское устройство с новым экраном. Снимаем и ставим. Так, экранчик сняли. Да, в данном случае здесь почему делаем с донора, там просто принципиален именно родной элемент, поэтому ставить будем его. Там вопрос не цены. Переписываем данные на новый экран. Контрольно проверим и закроем уже. Там проклеечку нанесли, все почистили. Так, здесь устройство разблокировано. И так как верхней части было повреждено, потом проверим работу Face ID. Потому что есть сомнения определенные. Так, по экрану у нас все окей. Ну, еще бы было не окей. Это непосредственно с нового телефона. Собираем. Так, давайте, да, устройство разблокировано. Позволю себе проверить. Face ID. Так. Ну да, все отлично. Так, и работа светодатчиков трутом тоже окей. Все, собственно, здесь все в порядке. Пленочку долой. Новый вид, привет. Сейчас сделаем защитное стеклышко владельцу в подарочек. И все окей. Так, это передам коллеге. Так, давайте наш донор тоже соберу, чтобы он тут не мешался. Так, все, наш донор упаковали.
и в сторонку. Так, продолжаем заниматься 11-м. Так, то же самое, переносим данные калибровки с родного экрана. Так, и записываем в наш. Все устанавливаем. Так, еще раз проверяем перед финальным закрытием. Проверяю фонарик, это означает то, что камеры работают обе. Если бы одна из камер не работала, фонарик бы у нас не зажигался. Так, что еще возможно? На заблокированном устройстве. Вызов 112. Проверка датчика приближения. Окей. Вот с такого расстояния работает. Все, здесь в принципе все в порядке. Закрываем. Да, еще такой момент покажу. Вот здесь из-за того, что было сверху не хватало осколка, камера немножко, так сказать, подгрязнилась. Но я в умеренной аккуратной степени почистил, более того, не надо этого делать. То есть ее шоркать, там, тереть слишком излишне нельзя. Это царапает сам объектив, и на нем появляются пятна, там, точки преломления. Этого нельзя делать. Поэтому лучше аккуратнее. Так, все окей. Сейчас подарочек, защитное стекло. И все готово. Так, стеклышко с обезьяночкой. Сейчас посмотрим, кстати, как ляжет на копию. На оригинал-то вы видели? Ну да, вот допустим, вот немножко тут само не легло. То есть, видимо, оно какое-то может быть иметь определенное скривление. Так, все готово? А, ну давайте чехольчик тоже сделаем подарочек. Чтобы не было дискриминации по оригинальному признаку. Вот такой вот сделаем. Так, а, это 11-й. Извиняюсь, это XR. Так, тогда вот такой. Тоже красивенький. Ну все. Все, пакуем, отправляем.